особое внимание обратил на то, что есть преследование абсолютно незаконное наших товарищей. А в условиях, когда требуется максимальная консолидация общества для победы, это, на мой взгляд, выглядит провокационно. Президент дал прямое поручение Генеральной прокуратуре разобраться и по Андрею Левченко, и по Владимиру Бессонову, и по тем ребятам, которых преследовали здесь на мероприятиях в Москве, в других регионах. Я надеюсь, что законность восторжествует.